еще и были отключены. А, там еще не закончил? Да сейчас все уже. Да? Добрый вечер, коллеги. Давайте начнем пресс-конференцию. В первую очередь хочу поздравить мужчин с Днем Защитника Отечества. Присоединяемся. Ну а сейчас давайте перейдем к пресс-конференции. Олег Валерьевич Знарок, хоккейный клуб «Спартак» Москва и Владимир Васильевич Крикунов, хоккейный клуб «Динамо» Москва. Первое слово гостям. Олег Валерьевич, пожалуйста. Ну, хорошая игра, наверное, больше для зрителей. Ну, качели в одну вторую сторону. Мы готовимся к этой команде. Добавить больше нечего. Спасибо. Спасибо, Владимир Васильевич. Ну, у нас сегодня праздник большой. Один мужской, второй то, что у Владимира Владимировича день рождения. Да, и вот ребят старались сыграть хорошо. Игра, в принципе, получилась, наверное, обе команды. Не закрывались, играли такой хороший хоккей, интересный. Первый период побились, потом начали играть. Да, забили просто, и мы, и Спартак, мало голов, хотя моменты вроде бы были, да, чтобы забить побольше, но наконец мы выиграли по буллитам, да. Мы тут все проигрывали, наконец наш буллитер один появился. Повезло где-то, наверное, нам. Все. Спасибо. Коллеги, представляемся, задаем вопрос. Привет, Пономаренко, Матч ТВ. Олег Валерьевич, вы сказали, что готовитесь, имея в виду плей-офф уже? Ну, конечно. Там есть еще вариант, что недавно может еще игры-то выйти, теоретически. Я думаю, что вариант. Тогда сразу спрошу еще о вот этом отмененном голе. Как так случилось? Ну, фактически вы Спартак победу, скажем так, сам у себя украл благодаря этому моменту. Ну, наверное, невнимательность, дисциплина. Ну, а что если можно сказать? Один не меняет, другой выходит. Там хотя, поторопился игрок. Хотя ни тот не мешает игровому моменту. Да, это было точно. Да. Я просто удивился, может быть, надо было тогда удалять нас. Сказал, что после просмотра не удалялись. Да? Ну, у них спросили, свои, у них свои, у нас свои. Если можно, еще вопрос по вратарю сегодняшнему вашему. Почему именно Хомченко сегодня сыграл и насколько он вас, может быть, ну, удивил, не знаю, может, не очень правильное слово, но суперсейф он выдал в конце третьего периода, который показался. Когда у нас были проблемы с вратарями, у нас он тоже неплохо играл. Сегодня он неплохой матч провел. Мальчик одаренный, я думаю, что у него есть будущее. Это говорит о том, что он и в плей-офф может при случае сыграть? Ну, почему нет? У нас ситуация такая, что сейчас восстанавливается у нас без палов. Хорошо, что у нас есть еще Хомченко. Спасибо. Следующий вопрос. Владимир Васильевич, сегодня у «Динамо» было дерби, но впереди уже не такие яркие матчи, два осталось. Сложно подняться выше в турнирной таблице, невозможно опуститься ниже. Не опасайтесь, что у игроков будет уже сложно настроить их на такие матчи? Уже до этого это было, я думаю. Два матча последних, которые мы сыграли, там мы их не играли. Да. Спасибо. Следующий вопрос. Владислав Авокеру, Олег Валерьевич, как оценить игру Никонцева, который в прошлом матче вернулся после небольшого повреждения, две передачи, сегодня гол? Спасибо. А как вы хотели, чтобы я оценил? С какой стороны? Ну, со стороны вашего мнения. Ну, если тогда две передачи, еще один гол забил. Чего? Это как? Ну, хорошо. Согласен. Следующий вопрос. Владимир Васильевич, а вы сами планируете ротировать состав в этих двух матчах? Тот же Шипачев, Миронов, ни одного матча в этом сезоне еще не пропускали. Может, им предоставить отдых? Есть у вас такие мысли? Ну, подумаем, посмотрим. Спасибо. Коллеги, еще вопрос. Если вопросов больше нет, спасибо. До свидания. Там три бундуриста, ничего не хочешь спросить?
Спасибо.